Пост, установленный 17 числа еврейского месяца Тамуз, является началом трехнедельного траурного периода 9 Ава, напоминающего о разрушении Иерусалима и двух святых храмов. В разные эпохи 17 Тамуза произошло пять бедствий. Были разбиты скрижали, полученные Моше на горе Синай, прекратились ежедневные жертвоприношения в Иерусалимском храме, были разрушены участки крепостной стены вокруг Иерусалима, публичное сжигание свитка Торы командиром римского оккупационного гарнизона Апустмусом, в святом храме был установлен идол. В этот день принято поститься. На первый взгляд, пост – это простое воздержание от еды и питья весь день, от рассвета и до наступления темноты. Но на более глубоком уровне это самый благоприятный день для молитв, когда Всевышний доступен, ожидая нашего раскаяния. Точное время поста для каждого города нужно уточнять отдельно. Нам необходимо понять, почему был разрушен храм, и руководствоваться этим пониманием в своей повседневной жизни. Мудрецы объясняют, люди в каждом поколении, при котором святой храм не был восстановлен, должны ощущать, словно он был разрушен именно из-за них. 17-го Тамуза мы наделены особой силой исправить причину произошедших несчастий и поспособствовать тому, чтобы наше долгое изгнание наконец закончилось и началась эпоха Машиаха. Ведь стены, павшие от беспричинной ненависти, восстанут только силой беспричинной братской любви. Так пусть же это произойдет в скором времени, в наши дни».